Ветковский район – это негласная жемчужина области, но вместе с этим – зона с радиоактивным загрязнением. Однако этот факт не помешал сохранить уникальную живую архитектуру Ветковщины, отличие которой – деревянное зодчество и резные окна. Мы отправились в Ветку, чтобы узнать, как и чем живут люди здесь, когда вокруг столько культурных и исторических ценностей. О том, как жить и работать, когда живешь буквально в живом музее, и о том, что изменилось за 2020 год. Об этом мы поговорили с местными и теми, кто любит Ветку всей душой. Я Ирина Пашко. Вось, живу у Ветки 3,5 года. Сама выросла в Минску и переехала у Ветку, город Ветку, працаваць у Ветковский музей старообрядности и белорусских традиций имени Федора Шклярова, где мы с вами и находимся. Приезд в Ветку, он связан с музеем в первую очередь. Для меня музей, он научил любить и ценить природу, отчувать природу в некоторых моментах. Тому для меня это такая история. Нам без музея были сковые идеи, без музея не было бы Ветковской Ирины Пташки. Все должно было идти своим чередом. Дом, работа, планы, огород, музей, сохранение традиций. Но вмешался коронавирус и выборы. Недавно стало известно, что после президентских выборов в Беларуси депутат Ветковского района Совета депутатов Сергей Перепелюк ушел в отставку. Формально по состоянию здоровья, на самом деле из-за недовольства политикой президента. Первое время после 9 августа люди пытались собираться на протесты, сигналили, получали штрафы. Но быстро активность ушла на нет. Почему? В маленьком городе важнее сохранять отношения между семьями, помогать друг другу и не ругаться, даже если во многом нет единого мнения. Иначе просто не выжить. Мы научились думать про того, кто побач, и разуметь, что стосунки помеж нами, они значно важнее, чем там классная правота. Вось. И как бы есть темы, на какие можно не размовлять и не спрячаться для того, как заховать мир. Про измену ситуации в связи с коронавирусом за прошлый год, то измены есть. Измены есть вельми становчие, по прикладу. Мы научились мыть руки. Наступило 21 стагодие, люди научились мыть руки. И тому навык докторы кажут, что меньше кишечных заболеваний стало, объективно, да. Вось, тому, что люди просто научились мыть руки. Для этого, напевно, потребен был коронавирус. Мы научились клопотиться про людей, которые вокруг нас. И когда ты себе кепско чуваешь, что ты разумеешь, что треба принуть маску, альбо там взять выходные, когда есть такая мощность, и посидеть один день дома для того, чтобы не заминать и не становиться причиной хворобы для тех, кто вокруг тебе. По словам жительницы Ветки, большинство местных голосовало против действующей власти. Но говорить об этом открыто мало кто осмеливается. В результате молчание и жизнь как ни в чем не бывало. Элла выросла в Ветке, сейчас живет в Минске, но на лето приезжает на малую родину. Отдыхает здесь и сейчас, поскольку находиться в эпицентре событий морально тяжело. А здесь тихо, спокойно, как будто в другом мире, особенно летом. Вельми тепло, вельми гостинные, часом смешные, до прикладу. Моя коллега, она одночи не могла заразуметь, чему пустая каша сподобалася яе сям'і. Вось, і стала цікава, што такое пустая каша, да? Таму што, ну, пустая каша гэта звычайна вада, крупа, да? Всё, ну, таму што больш нічога няма. Ну, пустая каша была сечкі зробленая, нават не з цельнай крупы, сечкі у печкі. Уже немаловажно. Туди додалося ще трошечки морквочки, трошечки лучка, цибулинки, трошечки салка, там шматочок малюсенький застався. Я это все перемешала, у печку поставила, приготовила и думаю, а что я тут смачного? Пустая ж каша. Ось, і тому, як я завжди кажу, що нехай усюди будуть такі пусті каші. Просто, да, люди, вони допомагають один одному, усміхаються. Ось, до прикладу, моя матуля приїжджала з Мінська, і вона була здивлена тому, наскільки люди у поміщенні усміхаються. Ветки, звісно, ідеальний клімат. Ідеальний клімат, ліпший музей у Білорусі, у тебе під боком, калі ласка. Як мені здається, справжні клопоти
про то, як там вырастить, что вырастить на огороде своим. Вось гэта як бы, ну, пры сям'ю, каб усе былі здаравы. Гэта тое, пра што насамрэч варта клапаціцца, а не пра тое, як паспець на працу. І вось і так, каб там хвіліна ў хвіліну, што рабіць, калі ты спазніўся на аўтобус, напрыклад, бо не вось гэта не цікава. Будзе пробка ці не будзе пробка. Тому ветка, безумоўна. Чым жыццё ў веткі прываблівае? Па-першае, сваёй размернасцю. По-другое, природа, якая навокал, і ти поспіваєш зауважати її, звертати на її увагу. С кризисом и коронавирусом местные связывают перенос реставрации усадьбы Халецких. В этом году планировали начать работы по восстановлению панского дома, но все на прежнем уровне. Местные, с сожалением, восприняли новость о заморозке реставрации, поскольку считают усадьбу Халецких уникальным объектом, который крайне важно сохранить. Сегодня, безумовно, есть запит на пошук себе. Як беларуса, з разумення того, чому ти беларус, і чому вось вокни, які там у твоєї бабулі, дядулі з'являються, вони такі класні, і ось так і тягне хоча б там з пластика, але зробіть над вокном яку-небудь пригожу корону, як у нас називають у В'ятковському районі. Себе як білоруса шляхціна, а не тільки селеніна, які вишиває рушники, наприклад. Василе, мы про это мало ведаем, потому что не нужно. Треба было забыть людям, и люди забывали. И когда есть место, про которое ты ведаешь, что там просто и люди скарбы, люди вельми талиновитые. Мои коллеги там полова, это выбитнейшие музейники Беларуси, которые не только сами по себе выбитнейшие, они еще лучше тебе быть таким же. Абсолютно от целого сердца, я бы не без там конкуренции неких неведомых. Вот поддерживают, допомогут за все это, как можно. Когда ты ведаешь, что есть такое место, как можно туда не уклониться. И оно на твоей земле, где люди разговаривают на твоей мове, где люди разумеют тебе, и ты их разумеешь, и не треба там ехать за 3-9 земель, вучить некие неведомые мовы, культуры, там еще что-нибудь, то как можно не уклониться до таких мест? К слову, ветка – одно из распространенных туристических маршрутов на Гомельщине. Однако в 2020 году желающих посмотреть местные достопримечательности стало гораздо меньше. Сюда приезжали иностранные туристы, в том числе и навести детей, которые проживают в Чернобыльской зоне. Есть такая изъява у громадства, как «я чернобылец». Люди так себе усведомляют. У принципе заселенных мест люди называют себя «я чернобылец». Мы ведаем, что грибы треба варить сколько разов, где можно собирать, где нельзя собирать. Вообще, особливо никто не переймается. Потому что, ну, знову-таки, нельзя думать про клопоту весь час. Так одна дорога до варьянства, все. Ну, альбо ты живешь счастливо, альбо собирай валиски и шукай лепшего места для життя. Больше чистого, или знаешь, расскажи, где ты приедешь. Люди все больше там... поміж однольковим коштом речі з крами, пошити на фабрики і замовлені у майстриці, вони вибирають другий варіант. І це повищає якість нашого життя. Ось тому у мене ось така мова. Просто кабу. Люди мкнулися до справжньої культури і було відчування, що таке якісна культура, що таке халтурочка.